Коллективное творчество, дружеское общение, а главное – благое дело. В Одинцове провели мастер-класс по изготовлению памятных медалей ко Дню Победы для участников спецоперации. Белых голубей мира заботливо вырезали и украшали георгиевскими лентами и триколором. Чтобы отправить вот такую небольшую открыточку, поздравить с 9 мая, и вот сюда мы придумали приклеить письмо обращения для наших воинов. Это всегда принесет удачу, потому что это сделано с любовью, с вниманием и с верой в скорейшую победу. Окружные депутаты от «Единой России», серебряные волонтеры и молодогвардейцы проворно и быстро справились с техникой изготовления и смастерили нарядные медали, которые в скором времени уедут на фронт. Попробовали себя в рукоделии и представители сильного пола. На самом деле мы еще с детства умеем клеить, вырезать, и, как говорится, навык остался. Вот. Было очень, так сказать, волнительно, потому что мы понимаем, что вот эти медали, они, мы будем передавать их воинам в СВО. Творческое мероприятие инициировано «Единой Россией» в рамках проекта «Историческая память» и акции «Медаль для героя». Такие мастер-классы проводят по всей Московской области. В большом объеме общественной работы партия всегда особое внимание уделяет Дню Победы и поздравлению ветеранов. Акция «Ветеран», да, «Подарок ветерану», акция «Полисадник для ветерана», когда молодая гвардия убирает около дома ветерана, акция «Концерт для ветерана», акция «Доброе дело для ветерана». Очень много акций. Завершающим этапом подготовки к празднику станет проект молодогвардейцев «Стены смыслов», когда 7 мая в 7 часов вечера на фасадах зданий будут проецироваться портреты участников Великой Отечественной войны. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».